Что такое продовольственная безопасность? На чем держится экономика? И кто в ответе за будущее страны? Команда телеканала «Бобруйск-360» найдет ответы на все волнующие вопросы. Это «Бобруйск Лайв». Я Мария Вересневич, и мы начинаем. Какое место в прокате «Бобруйск кино» занимают отечественные киноленты? Фильмофонд нашего предприятия составляет более 50% белорусских фильмов. В состав «Бобруйск кино» входят два кинотеатра «Товарищ» и «Мир». Что они сегодня собой представляют и какие услуги доступны нашим жителям? Фильмы премьерные показы проходят в первый же день премьерных показов, так сказать, по всей стране и по всему миру. У нас есть комиссия, которая специально собирается для того, чтобы выбрать те фильмы, которые мы будем показывать. Каким для «Бобруйск кино» был 2023 и сколько принято зрителей? Более 130 тысяч человек. «Чебурашка» – семейная лента режиссера Дмитрия Дьяченко собрала в прокате 86 миллионов долларов. 15,5 тысяч человек. Зрители, которые пришли в наш кинотеатр на просмотр «Отелио». Я люблю романтический фильм про любовь. А насколько пользуются кинотеатры спросом у маленьких наших зрителей? Количество детского зрителя, оно составляет более 44 тысяч. Сергей Филиппович, здравствуйте. В этом году белорусскому кинематографу исполняется 100 лет. Какое место в прокате «Бобруйск кино» занимают отечественные киноленты? Я должен сказать, что на сегодняшний день фильмофонд нашего предприятия составляет более 50% белорусских фильмов этот год. Конечно, очень значимый для нас всех столетие белорусскому кинематографу. И на сегодняшний день, уже с февраля месяца этого года, стартовал республиканский фестиваль «Киновек», в рамках которого будут показаны большое количество, скажем так, фильмов белорусского производства. И на сегодняшний день каждую среду в кинотеатре «Мир» в 14 часов проходят эти фильмы. Поэтому приглашаем всех, кто заинтересован, так сказать, вникнуть в историю нашего кино. Перед каждым сеансом будет... Значит, будет зритель знать, как создавался фильм, да, что он из себя представляет, то есть историю создания каждого фильма. Поэтому будет интересно. В состав «Бобруйск кино» входят два кинотеатра «Товарищ» и «Мир». Что они сегодня собой представляют и какие услуги доступны нашим жителям? Два кинотеатра «Товарищ» и «Мир» нашего города, которые остались из многих кинотеатров, которые были раньше. Да, вот. На сегодняшний день три зала работает в формате 3D, один зал в кинотеатре «Мир» и два зала в кинотеатре «Товарищ». Наша основная задача, конечно же, это показ фильмов. Приоритетная задача, с которой мы, я думаю, справляемся. На сегодняшний день оснащение нашим оборудованием, я считаю, на должном уровне. На кинотеатре «Товарищ» установлены две спутниковые антенны, тарелки, через которые мы напрямик от дистрибьюторов закачиваем фильмы и демонстрируем. То есть наши показы, фильмы, премьерные показы проходят в первый же день премьерных показов, так сказать, по всей стране и по всему миру. Услуги наших кинотеатров тоже разнообразные. Значит, у нас есть такие киноакции, как киновидеоприглашение, киновидеопоздравление, такие акции, как День семьи, День студента, ну и многие другие, скажем так. Все они подразумевают скидку от 20 до 50%. Каким для «Бобруйск кино» был 2023 и сколько принято зрителей? 2023 год, должен признаться, наверное, был таким прорывным годом, потому что предшествующий год, 22-й, это пандемия, да, вот, поэтому скажу вам, что зритель соскучился по фильмам. И старт таких фильмов, как «Аватар» и «Чебурашка», да, они просто, ну, скажем так, взорвали, да. Это был подъем, это был сильный подъем. И эти фильмы дали очень хороший задел.
и, можно сказать, даже вот привлекли зрителя. И год 23-й год стал для нас успешным. Я думаю, как и для многих. Ну, в сравнении, допустим, в 22-м году наши кинотеатры посетило порядка 90 тысяч человек. То 23-й год более 130 тысяч человек. Это о чем-то говорит. Возвращаясь к фильму «Чебурашка», семейная лента режиссера Дмитрия Дьяченко собрала в прокате 86 миллионов долларов и заняла 20-е место в мировом рейтинге. Можем ли мы назвать цифры по Бобруйску? Конечно, я с удовольствием назову эти цифры. Эта цифра составила 15,5 тысяч человек, зрителей, которые пришли в наш кинотеатр на просмотр этой ленты. А если сравнивать с «Аватаром»? «Аватар» собрал чуть более 11 тысяч. То есть «Чебурашка» лидирует? Да, «Чебурашка» лидирует. Вот. Ну, понимаете, как-то никто не ожидал, как бы, да, «Чебурашки» вот таких, скажем, показателей, да. Потому что она стартовала одновременно с «Аватаром», со вторым «Аватаром» Джеймса Кэмерона. Это было какое-то своего рода соревнование. Поэтому вот эти два фильма, в основном, они дали очень хороший задел, еще раз повторюсь. А как вы считаете, в чем успех ленты «Чебурашка»? Вы знаете, я как ранее сказал, что как бы никто не ожидал, да. Ну, может быть, это мое субъективное мнение, но скажу так, что люди пришли в кинотеатр посмотреть «Аватар» и задержались посмотреть «Чебурашку». Ну, а далее, наверное, сработало вот это сарафанное радио. И поэтому «Чебурашка» стала на слуху. А в чем секрет ее? Я думаю, что, опять-таки, вот эта пандемия была, да, люди устали, да, как бы, а здесь канун Нового года, да, как-то рождественские праздники, детские каникулы, да, и людям, наверное, вот это понравилось, чтобы посмотреть действительно вот такую теплую, добрую, радостную комедию. Ну, вот как-то так, наверное. Я вам скажу честно, я когда смотрела этот фильм, причем я его не премьеру смотрела, а чуть попозже, я даже в моменте прослезилась, хотя как бы вот он настолько добрый, да, какой-то такой пронизан. Да, во-первых, согласен. Он такой сочный, красочный, да, эти вот апельсины повсюду. Актерская группа хорошая. Да, актеры просто на высшом уровне. Великолепный фильм. Помните момент, когда Чебурашка в этих, да, был прикован? Да, да. Он сказал, что не хочу быть человеком, да, то есть этот момент прям такой очень сильный на самом деле. А насколько пользуются кинотеатры спросом у маленьких наших зрителей? Очень хорошим спросом пользуется детский зритель. Я должен сказать, что если где-то взрослые фильмы не так часто, ну, будем так говорить, что пользуются зрительским спросом, то для детей у нас ежемесячно 4-5 премьерных фильмов. А бывает и по 7 в месяц, понимаете? Поэтому я хочу сказать, что количество детского зрителя, оно составляет более 44 тысяч посещений за прошлый год. Это 1/3 от всего зрителя, которые к нам пришли. Дети же всегда любят смотреть кино. Да. Вот. Они всегда любят смотреть кино. Поэтому я благодарен нашему детскому зрителю, да, которые посещают наш кинотеатр. Сама вот эта вот, наверное, атмосфера, да, прийти, купить попкорн. Конечно, да, это дополнительно, так сказать, для детей, да, да, да. Вот, хотя сейчас мало в формате 3D делают фильмы, это, ну, как бы дорогое удовольствие, в основном 2D, но неважно. Мы всегда рады детям, потому что я вот вспоминаю те времена, когда я был директором кинотеатра «Товарищ», вот, и я всегда 1 января приезжал на работу. Тяжелый день, да, для всех, скажем так. Но в 9 часов уже эти детки тащат за собой бабушек, мам, пап на кино. Поэтому мы всегда рады детскому зрителю, благодарны ему. Да, дети выспались и хотят развлечений. Да, конечно. Билеты куплены. Фильм на вашем экране – это романтика и мистика. В зале гаснет свет. Премьеры очень нравится мне смотреть. Сеанс начинается. Военные фильмы, наверное, вот мне нравится на большом экране смотреть военную тематику. Легендарный кинотеатр «Товарищ» в самом центре города. Строение 1940-го. Сталинский «Ампир». Проект Исидора Консельсона объединяет всех, кто ценит хорошее кино. Удобное расположение, удобный экран,
так. Ну и вообще приятная атмосфера. Он притягивает атмосферой своей. Атмосферой и удобными залами. В 2012-м началось настоящее его возрождение. В итоге кардинально поменялось не только качество кинопоказов, но и увеличилась общая вместимость залов. Теперь товарищ может одновременно принять без малого 450 зрителей. Хорошее времяпрепровождение, если еще фильм хороший, интересный. Ну, конечно, комфортно, удобные кресла. В кинотеатре используется современное оборудование, поддерживается репертуар. Интересный, самым различным, даже очень искушенным зрителям. Голливудские блокбастеры, отечественные комедии, документальные фильмы. Дистрибьюторские компании, с которыми мы давно сотрудничаем, предлагают нам фильмы, они предлагают достаточно большой список фильмов. У нас есть комиссия, которая специально собирается для того, чтобы выбрать те фильмы, которые мы будем показывать. Смотрим ролики, оцениваем, приблизительно оцениваем, какой зритель пойдет, пойдет ли у нас зритель на этот фильм. Мы таким образом составляем репертуар. Ценители высокого киноискусства порадуют показы альтернативного и фестивального кино. Я люблю романтический фильм про любовь. Что же касается цен на билеты, то они не кусачие. А для пенсионеров, студентов и детей предусмотрены льготные билеты. Мы всегда же раньше любили ходить на кинотеатр всей семьей. И мы продолжаем сейчас наших деток, наших учеников, продолжаем эти традиции. Возможность вырваться из рутинной повседневности, развлечься, получить незабываемые эмоции от просмотра киноленты – вот то, что привлекает зрителей в современный кинотеатр. А высокое качество изображения на большом экране и отличный звук создают в зале комфортную атмосферу для погружения в мир кино и обеспечивают мощный эмоциональный заряд. Хожу в кинотеатр с родителями, друзьями, чтобы получить много новых, хороших ощущений. Мне нравится смотреть фильмы на большом экране. Это атмосферно, удобно и очень интересно. Прихожу в кинотеатр, чтобы сказать свободное время. Мне очень нравится сюда ходить. Уважаемые гости, администрация кинотеатра «Товарищ» благодарит вас за посещение нашего зала. Будьте вежливы друг к другу и соблюдайте правила посещения. Когда мы смотрим в кинотеатре фильм, мы не задумываемся о том, кто работает над тем, чтобы он поступил в прокат, шел бесперебойно, качественно. Кто создает уют от момента покупки билета до выхода из кинотеатра. Здесь комфортно, здесь уютно, здесь хорошее обслуживание. Приветливые работники. Если театр начинается с вешалки, то кинотеатр с билетных касс. Даже если вы забронировали билеты онлайн, все равно кассы не миновать, даже если вы оплатили услугу через интернет. Екатерина Фролова трудится в кинотеатре «Товарищ» около года. Продажа билетов не единственная обязанность кассира. Общение, люди. Ну, как бы, все-таки здесь позитивные эмоции, люди сюда идут за хорошими эмоциями. Несмотря на наличие альтернативных способов просмотра фильмов, бобруйчане не перестали ходить в кинотеатр. Но количество зрителей зависит от того, какой фильм идет. Исторические драмы, мелодрамы. Вот на каникулах мультики, конечно, хорошо идут. Контролер Инна Добровольская на протяжении 8 лет встречает посетителей кинотеатра с улыбкой. Следит за порядком во всех помещениях на экране видеонаблюдения, установленного на ее боевом посту. Проверяем билеты. Направляем в какой зал. Отвечаем на звонки телефонные. Сообщаем в аппаратную, звоним, что зритель, первый зритель зашел. Чтобы включился телевизор, ну, предлагаем бары. Мы зрителя с улыбкой встречаем, с улыбкой провожаем, создаем комфортные условия как в фойе, так и в зрительном зале. В любом кинотеатре есть место, где зрителей не бывают, и многие даже не подозревают, что там происходит. Аппаратное помещение на втором этаже, откуда транслируются фильмы. Видеодемонстратор Галина Шкрадюк рассказывает о тонкостях своей закулисной кухни. Когда только поставили цифру и столько лет работавшись с пленкой перешли, то изменения я видела. На пленке было, как вам сказать, более живее, что ли, изображение, картинки, все это. Как-то немножечко скучали, что ли. Но потом все это
привыкли. Сегодня фильмы не поступают в виде бобин с пленкой, как в прежние времена. В эру цифровых технологий их скачивают по ссылкам из интернета или получают по спутнику. Фильмы шифруются специальными защитными ключами, которые предоставляет дистрибьютор. Фильмы нам по спутнику приходят. Естественно, мы их загружаем. Сначала на компьютер загружаем, а потом разбрасываем по серверам в аппаратные. Проверяем, чтобы все соответствовало, чтобы пакеты были не биты, чтобы проектор увидел. Проверяем, когда приходят ключи, чтобы они соответствовали, потому что могут и ключи не на тот пакет прийти, а у нас его нету. Вопреки расхожему мнению, количество зрителей в кинотеатрах города в последние годы не уменьшилось, а даже увеличилось. У нас зрители прибавляются, тем более, что выпускаются фильмы, которые в ожидании у зрителей были, какие-то приключенческие фильмы или романтические фильмы, поэтому для каждого зрителя по своей тематике фильмы найдутся. Творческий коллектив «Бобруйск-кино» старается всеми силами привлечь зрителей в кинотеатры. Демонстрация ролика на экране и поздравления с букетами роз, со словами, с микрофоном, без микрофона – это очень пользуется популярностью. Репертуар в кинотеатре, конечно, главное, но не только от этого фактора зависит трафик зрителей. Ожидает уютная атмосфера, удобные места, интересное времяпрепровождение. Фильм на экране, на большом экране – это не то же самое, что посмотреть фильм дома, поэтому и в кинотеатре, тем более, можно посмотреть фильм гораздо раньше, чем вы потом его увидите дома на экране. Поэтому с компаниями очень интересно. Очевидно одно – кинопремьеры всегда вызывают ажиотаж. Бобруйчане не исключение. Они осаждают кассы для того, чтобы приобрести билеты на места с хорошим обзором. «Онегин» очень хорошо шли, «Мастер» и «Маргарита» около 2 месяцев прям были, ну, в аншлаге, да, были полные залы, выкупали билеты, прям вот бывало, что даже за пару дней уже не было свободных билетов. Интернет уже зашел в каждый дом, но этот факт лишь косвенно отразился на популярности группового просмотра новых достижений киноиндустрии. Очень приятно работать, когда залы полные, народа много. Прям азарт, скажем так. Вот. Ну, сейчас же, сами понимаете, у нас у каждого свой компьютер, все свое оборудование, и многие, конечно, смотрят дома по интернету. Но различия есть, что посмотреть дома, а что на большом экране. Сесть и посмотреть поочию. Это намного интереснее. Отметим, что с 24 февраля в кинотеатрах «Товарищ» и «Мир» стартовала республиканская киноакция, приуроченная к 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Фильмы о войне. Конечно же, те, которые рассказывают фильмы о героическом подвиге белорусского народа, который защищал свою родину и вел к победе. А фильмы идут практически каждый день. Сегодня у каждого из нас есть множество вариантов семейного досуга. И один из самых доступных – совместный поход в кинотеатр. Это может стать отличной традицией. Помните, часто ключевым положительным моментом становится не сам фильм, а скорее совместный отдых, развлечение вместе с родными, возможность пообщаться до и после фильма, поделиться друг с другом эмоциями, ожиданиями и впечатлениями от фильма. А не пойти ли нам в кино? Какие премьеры стоит ждать жителям уже в этом году? «Самая большая луна», «Непослушники 3». Это такие основные. Кинотеатр – это место, где воспитывают, прививают хороший вкус и расширяют кругозор. Да, люди к нам ходят. Я могу сказать, что да, это храм нашей культуры, храм кино. Как оцениваете качество и возможности белорусского кинематографа? Нас ждут впереди хорошие наши белорусские фильмы. В этом году Беларусь отметит 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Наверняка этой теме тоже будут посвящены показы. Мы приглашаем всех зрителей к этим просмотрам. Можно ли сравнивать современное и советское кино? Как бы немножко две разные эпохи. А какие планы ставят перед собой «Бобруйск-кино» и какие перспективы? Мы основную часть денег направили на развитие материально-технической базы. Какие премьеры стоит ждать жителям уже в этом году? Ну, во-первых, 24-й год стартовал тоже с очень хороших премьер. Это как «Холоп 2», «Бременские музыканты», «Мастер и Маргарита», «Лед 3». Что нас ждет в будущем? Да, мы ожидаем такие премьеры, как «Водитель олигарх», «Сто лет тому вперед», «Майор Гром», «Самая большая луна», «Непослушники 3».
Это такие основные. Согласны ли вы с мнением, что кинотеатр – это место, где воспитывают, прививают хороший вкус и расширяют кругозор? Конечно, согласен, да. Конечно, и расширяется кругозор. Ну, даже, можно сказать, ответить одним вопросом – посещение зрителей. Вы поймите, что 130 тысяч за год – это тоже количество, которое определяет. Да, люди к нам ходят. Я могу сказать, что да, это храм нашей культуры, храм кино. А как оцениваете качество и возможности белорусского кинематографа? Я думаю, что перспективы белорусского кинематографа есть, и они будут. Потому что стремление к этому видно, и те премьеры, которые уже созданы Белорусфильмом. Поэтому я надеюсь, что нас ждут впереди хорошие наши белорусские фильмы. В этом году Беларусь отметит 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Наверняка этой теме тоже будут посвящены показы. Конечно, да. Эта дата для нашей страны очень значимая, да, 80-летие освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. И скажу, что уже тоже с февраля месяца, да, простартовала такая акция, в которой обозначен показ наших белорусских фильмов. Их будет показано 33. Мы приглашаем всех зрителей к этим просмотрам. И это будет идти до 3 июля, да, до Дня освобождения нашей республики. Фильмы, собранные за столетний юбилей, да, я думаю, что люди увидят те фильмы, которые, может, даже давно не видели. Им это будет интересно. Да, мы участвуем в этой акции, конечно же. Сергей Филиппович, часто ли вы смотрите фильмы, сидя в зале? Если честно, то не так часто я бываю в кинотеатре на просмотре фильма, но стараюсь по возможности, конечно же, бывать. А есть ли у вас любимый фильм? Что касается любимого фильма, я как бы не могу сделать акценты, но мне больше всего нравится это комедийный жанр и военный жанр. Но вот фильмы советского производства, те комедии, это шедевры, которые входят в золотую коллекцию, да, они вот часто у нас по телевидению проходят, и я с удовольствием пересматриваю их. Что касается военной тематики, я вот отдаю предпочтение фильму нашего знаменитого белорусского режиссера Михаила Птушука «В августе 44-го». Вот вы говорите советские, да? А можете назвать пару кинолент, которые прям вот вам? «Свадьба в Малиновке», да? «Джентльмены удач», «Берегись автомобиля». Ну, вот такого характера. А как считаете, можно ли сравнивать современное и советское кино? Вы знаете, это как бы немножко две разные эпохи, да? Я бы сказал так, что советскому кино вот не хватало вот этих технических возможностей, которые сейчас есть, да? А нашему современному кино я бы хотел пожелать, наверное, да, все-таки иметь вот таких сильных режиссеров, да, которые когда-то между собой соревновались даже, да, актерского состава. Помните, наше советское кино, там блистало более 100 таких актеров, да, сильных. Поэтому я бы вот пожелал бы, чтобы и у нас вот рождались такие, становились такими знаменитыми актерами, которые бы мы потом в фильмах этих вспоминали через много-много лет и смотрели с удовольствием. А есть ли у вас сейчас любимые актеры? Я очень с уважением, вот еще, может быть, вернусь к этому фильму, очень хорошо сыграли артист Миронов в августе 44-го, да, Галкин. А какие планы ставят перед собой «Бобруйск кино» и какие перспективы? Наша задача одна и самая главная, да, быть, так сказать, в гуще событий премьерных фильмов, да, и мы это делаем и будем делать для того, чтобы наш зритель приходил к нам в наши кинотеатры. Планы наши, так сказать, состоят в том, не только чтобы показать фильмы хорошие, добрые, но и порадовать нашего зрителя. Планы еще что может входить в наши? Конечно же, вот как говорил глава нашего государства, имея материальную базу хорошую, да, ты будешь иметь и хороший результат. Вернусь к прошлому году, да, тот задел и в финансовом плане, который мы заработали фильмами, мы основную часть денег направили на развитие материально-технической базы. Мы отремонтировали и покрасили фасад кинотеатра «Мир».
Отремонтировали часть кровли кинотеатра «Товарищ». Заменили часть водопроводной системы в кинотеатре «Товарищ». Планы у нас есть и на этот год. Я думаю, что мы постараемся сделать кинотеатр «Товарищ» наш. Опять-таки, это, наверное, фасад, покраска. В прошлом году кинотеатру «Товарищ» был присвоен статус историко-культурной ценности, поэтому нам нужно очень серьезно к этому подойти для того, чтобы провести вот эти работы.